Депутат Азербайджанской республики Фазиль Мустафа прокомментировал недавний скандал в Грузии, связанный с обручением несовершеннолетних двоюродных родственников и о причинах, способствующих увеличению таких случаев. Сегодня Азербайджан состоит из двух частей. Одна из них – это люди, освободившие Карабах от оккупации, которые в наших глазах подняли самопожертвование на более высокий уровень. А другая – это люди, которые лежат на дне, в глубоком невежестве. Подобные инциденты случаются не только с азербайджанцами, проживающими в Грузии. Многие девушки в нашей стране не ходят в школу, и это неизбежно. Сегодня девушки в разных районах выходят замуж и становятся матерями в возрасте 15-16 лет. Хотя у нас есть школа и университет, но просвещения нет. Просвещение остается лишь словом, которое не употребляется. Просвещение – это когда певцы с улицы и продюсеры Босбашей становятся публичными деятелями азербайджанского общества. Эти вопросы нужно обсуждать на телеканалах. В Азербайджане сотни молодых, малолетних наркоманов. Ими никто не занимается. В некоторых случаях государственные учреждения занимаются поощрением религиозного невежества. Также депутат добавил, поскольку девочки не могут получить образование, их дети растут без образования. Для этого мать сначала должна получить образование. Уже ощущается нехватка учителей-идеалистов в средней и высшей школе. Из-за низкой заработной платы учителей образованные люди не идут в эту профессию. Однако учителю средней школы нужен давать высокую зарплату. Вы ждете, что я стану космонавтом? Это невозможно. Поэтому наше образование, наша культурная политика должна быть полностью разобрана и заново собрана. Также на эту тему высказался директор Центра психического здоровья Фуат Исмайлов. Он сказал, что детские браки в большинстве случаев несчастны и связаны с большим стрессом и нагрузками. А дети, рожденные в таких семьях, чаще не могут получить нормальное образование. Права этих женщин бывают нарушены, и они чаще сталкиваются с бытовым насилием. Это очень большая проблема, во-первых. Почему эта проблема такая важная и такая трагическая, я бы сказал? Потому что, во-первых, эти люди бывают неподготовлены к браку. У них нет опыта в семейной жизни, у них нет опыта воспитания детей, у них нет опыта выстраивания внутрисемейных отношений, отношений с родственниками. То есть это просто своей незрелости, из-за инфантилизма, который соответствует этому возрасту, они не могут это все нормально осуществлять. Поэтому такие браки чаще всего бывают непрочные, чаще всего распадаются, чаще всего бывают несчастными. Люди выходят замуж, женятся для того, чтобы быть счастливыми. Это всегда окончательная цель брака. Да? Любого человека, если спросить, зачем он женился, то есть какая цель его брака, это будет всегда один и тот же ответ. Чтобы стать счастливым, никто не женится, чтобы быть несчастным. Но, к сожалению, вот такие ранние браки, они делают людей несчастными. Если в этих браках рождаются дети, эти дети тоже чаще всего не могут получить нормального образования, потому что до определенного возраста образованием ребенка занимается обычно мать. Если мать сама не образованный человек, какое образование она может дать своему ребенку? Права этих женщин, вот, которые в раннем браке происходят, они чаще всего бывают нарушены. Очень часто они подвергаются насилию в семье. И при расторжении такого брака она оказывается без специальности, без образования, без каких-то планов на будущее. Кроме того, ранние браки связаны с большим стрессом, очень большими нагрузками. Во всем мире стоит вопрос о том, что ранние браки – это препятствие для развития общества, для развития человека, для нормальной семейной жизни. Это очень важный вопрос, который требует и юридического рассмотрения, и социального рассмотрения. То есть плюс, естественно, должна проводиться очень широкая и очень серьезная кампания по повышению осведомленности о вреде ранних браков. Если это будет проводиться, если в школах будет даваться эта информация, если семьями будут работать, наверное, можно улучшить ситуацию.